Первые гранты от фонда Bitcoin Development Grant. Фонд распределяет 1 200 000 долларов между разработчиками протокола Bitcoin. Bitmain и Bitcoin.com являются единственными организациями, которые внесли свой вклад в фонд Bitcoin Development Grant, поэтому средства будут распределяться по их усмотрению, сообщает Джейк Смит из Bitcoin.com. По словам Bitcoin-инвестора Роджера Вера, три команды уже получили гранты от фонда развития.